Союз журналистов России предложил вернуть рекламу пива и рецептурных лекарств для поддержки российских СМИ. Отмечается, что в условиях экономических санкций СМИ страны столкнулись с беспрецедентными сложностями, фактически поставившими отрасль на грань выживания. Рекламные доходы подавляющего большинства редакций сократились больше, чем на 50%. Союз журналистов предложил властям взять под контроль повышение тарифов операторов связи, в том числе и спутниковой связи, обеспечить контроль над ростом цен вплоть до моратория на рост цен на бумагу отечественного производства, приостановить налоговые проверки и в 2022-2023 годах ввести упрощенную процедуру ускоренного переоформления или продления вещательных лицензий.